Всем привет! Вы на канале Антонина Абрамкина. Сегодня 9 мая. Мы приехали в Казань посмотреть парад Победы. Заходите в предыдущие видео, в плейлисты заходите, смотрите. И вот мы уже здесь гуляем на территории Кремля, любуемся видами. Это знаменитый Кул-Шариф, выполненный в форме казанской шапки. Видите, вот здесь очень народу много сегодня. Погода солнечная, но ветреная, конечно. Ну, здесь в Казани всегда, по-моему, ветрено. Вот. Гуляем, любуемся видами. Набережную вот посмотрели. Ну, что-то сказать, просто выразить словами невозможно. Это только надо увидеть сам Кул-Шариф. Внутрь, конечно, там очень много народу. Мы сегодня, наверное, туда не пойдем. А так, посмотрите, торговые палатки, сувениры. Очень много народа. И, видите, запускают группами. То есть пока одна группа не выйдет, другие в очереди стоят. Ну, мы не пойдем. Мы часто приезжаем сюда. Поэтому в другой раз. Красиво украшено вот витражными рисунками стекла. Вот. Окна. Празднично, торжественно. Настроение у всех хорошее. Все довольные, уставшие. Но усталость приятная. Побывать в таком вот месте. Можно сказать, это место силы. Вот. Здесь тир организовали. Вот. Детки устали. В небе дирижабль летает. Везде вот концерты начались с песнями военных времен. Yeah.
хочу показать всю, весь маршрут по Кремлю до памятника Муса Джалиля. Вот такой экипаж прогулочный с кучером. Народу много заходит, мы вот здесь пройдем на выход. Вот так проходит сегодня торжественное мероприятие в Кремле. Город Казань. Туристов, отдыхающих, празднующих День Победы очень много. Такая красота сегодня в городе Казани. Ну вот, друзья мои, показала я вам, как сегодня день, 9 мая, торжественное мероприятие, вот, которое здесь проводится, и насколько это впечатляет. Конечно, чтобы все это прочувствовать, надо быть здесь. Вот, как мы сегодня приехали, очень довольны и восторга, и, в общем, не выразить словами. Благодарю всех, кто был со мной. Я прошелся, я посмотрел, как Кремль. Буду всем рада. Кто не подписан, подписывайтесь. До новых видео, друзья, пока.